Бесплатный завтрак для велосипедистов. В Москве проходит очередная акция «На работу на велосипеде». Организаторы, Департамент транспорта Москвы и проект «Let's Bike It» решили поддержать ее участников энергетически. Специально для тех, кто сегодня предпочел двухколесного коня автомобилю и метро, устроили энергетические точки. Раздаем мы сегодня кокосовую воду, сырки сладкие, очень вкусные бананы, батончики, которые, ну, собственно говоря, помогают велосипедистам добраться до работы. С 7 утра на специальных пунктах, их в городе 10, аншлаг. Приезжают и заядлые велосипедисты, и те, кто первый раз добирается так до работы. Даже форма одежды не важна, главное настроение. Сейчас я в отпуске и решила, раз такая погода, раз акция, надо попробовать съездить в центр. В центр никогда не ездила еще. Ты надела платье и решила даже на таком более спортивном проехаться. Почему бы и нет? Я пытаюсь совместить просто поездку, скучную поездку на работу с чем-то интересным. Ну, какой-то элемент спорта, прогулки, отдыха, солнечного дня. Приятно ощущать себя частью какого-то большого движения, да, то есть так ездишь изо дня в день на велосипеде и не думаешь о каких-то глобальных вещах. А сегодня вот можно как-то почувствовать себя в семье велосипедиста в этот день. Помимо сладкой подзарядки, организаторы подготовили для велосипедистов и другие приятные сюрпризы. Конкурсы, сувениры, скидки на городской прокат во многих кафе, ресторанах и даже парикмахерских. Где-то бесплатно чинят, где-то бесплатно наливают кофе, где-то бесплатно угощают тортиками. Вечером будет флешмоб на Новокузнецкой и Третьяковской. Тоже какая-то большая такая массовая акция, где многие из тех, кто вот сейчас едет на работу на велосипеде, приедут туда, и там будет, в общем, что-то интересное. Участники акции еще раз доказали, что велосипед подходит не только для поездок в парк. Велопрогулкой может начинаться каждый рабочий день. И для этого вовсе не обязательно особая подготовка или специальная форма.